сделать? Я координатор проектов благотворительного фонда «Безопасный дом». Вообще занимаюсь темой предотвращения торговли людьми с 2003 года. Начинала в Беларуси, потом с 2005 года в Москве, у меня диссертация на эту тему. И вот один из самых масштабных проектов, в котором мне посчастливилось работать, это реабилитационный центр Международной организации по миграции. Он, к сожалению, закрыт уже давно, в 2009 году. И после его закрытия мы с моей коллегой, которой, к сожалению, сегодня нету с нами здесь, но она будет обязательно на закрытии скоро, вообще можно с ней тоже встретиться, пообщаться, мы с ней решили продолжать работать в этой сфере, но поскольку финансирования никакого нету, как бы никто этим не занимается настолько масштабно, что можно было кому-то прийти и работать с кем-то, мы решили основать что-то свое и заниматься профилактикой. Главное образом предотвращения, потому что риск очень большое количество людей подвержено этому в России. И так мы открыли наш благотворительный фонд, и у нас множество разных программ. Значит, одна у нас из программ, это программа Juggle Girls, наверное, знаете, слышали про нее, читали, у нас вот там лежат брошюрки, можно взять, ознакомиться подробнее тоже с программами, информация в интернете есть. Программа Juggle Girls, благодаря ей мы вообще смогли развиться и что-то делать еще. Это программа социального предпринимательства. Мы занимаемся, изначально мы думали, что это будут девушки молодые, в итоге это оказалось, что и дети, и молодые люди, и девочки, и мальчики, и, ну, то есть разного возраста и пола. Мы делаем украшения, другую сувенирную продукцию. И поскольку программа социального предпринимательства мы продаем, то, что дети сделали, 50% идет непосредственно ребенку, а потом из денег, 50% идет в фонд. И за счет этих денег мы смогли начать делать другие программы, проводить какие-то другие тренинги. И вообще программа Juggle Girls оказалась очень универсальной. Во-первых, это программа арт-терапии, то есть ребенку можно проработать эмоциональное состояние, делая открытки, украшения, вяжем, ну, как бы вот, то, что умеет, у нас очень много волонтеров, у нас постоянно очень волонтеры работают. И за счет как бы умений волонтеров можно предложить много разных умений детям, и дети могут освоить какие-то навыки, могут проработать эмоциональное состояние. Очень хороший способ установления контакта, то есть когда ты приходишь там, в какую-то группу риска или благополучных подростков, естественно, когда ты сразу начинаешь им говорить про какие-то социально опасные ситуации, предлагаешь им поделать бусики, для них это такой, ну, достаточно безопасный способ, и когда через несколько занятий формируется доверие, можно предложить что-то еще. Опять же, развивается мелкая моторика, поскольку многие дети, с которыми мы работаем, имеют проблемы в развитии, и для них это очень хорошая тоже такая вещь, которая помогает им развиваться, речь развивать, ну, в целом, как бы, задержки развития компенсируют. Вот, ну, про программу Juggle Girls можно больше почитать в интернете, не буду подробно останавливаться, презентация не эта программа у нас сегодня. Кроме программы Juggle Girls, мы делаем тренинги по финансовому менеджменту, мы делаем тренинги по построению безопасной перспективы будущего, мы делаем тренинги по превентивному, именно предотвращению насилия торговли людьми, когда мы говорим вообще, что такие вещи существуют, в чем заключается опасность, как распознать опасность, как себя защитить. Много очень у нас разных разработанных есть программ, у нас есть целая программа, там поставлены материалы, на нижнем, на пианино снизу лежат сумки и магниты. У нас уже второй год существует проект «Шармала» для девушек из групп риска, которые подвержены вовлечению в ситуации эксплуатации. Идея проекта в чем? Создан специальный сайт в интернете, на этом сайте есть два теста. Он такой интерактивный, красивый, яркий. Один тест посвящен отношениям с парнями. Это такая тема, которая популярна и в интернете ищут как бы такие тесты девушки. А второй тест про работу. И оба теста направлены на то, чтобы выявить какие-то ранние такие сигналы, нарушения прав, нарушения границ девушки, чтобы девушка могла понять, что что-то не так. В зависимости от того, как она отвечает, она попадает в одну из трех зон. Белая зона – безопасность, розовая зона – минимальная опасность, и красная зона – высокая опасность. И там приведены контакты нашей организации, других организаций, которые с нами сотрудничают по оказанию помощи, куда они могут обратиться, если они попали в розовую или красную зону. Но даже если белая информация есть, они могут получить доступ к информации по другим ресурсам. Вот, это так очень вкратце о том, что мы делаем. Да, и делаем мы это с 2009 года в семи регионах. Здесь представлены в основном работы людей, которые были в реабилитационном центре, пострадавшие от торговли.
были людьми. Под каждым рисунком есть история, наверное, вы уже знакомились вкратце. И также есть несколько работ уже вот с тех, с кем мы работаем сейчас. Это девочки, там, дети улиц, дети из детских домов. Потом мы работаем еще с африканским сообществом очень сильно, потому что их очень сильно увлекает сексуальную эксплуатацию, привозят сюда, тоже нарушают права их трудовые, ну, знакомые женщины и мужчины. А вот с кем мы еще работаем? Может, я сейчас это не рассказала. Несовершеннолетние беременные девушки, несовершеннолетние матери, выпускники специальных учреждений, школ-интернат, детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья сейчас тоже у нас появились. Кто еще? Да. Вот. И выставка такая для меня лично очень важная, потому что я как психолог, у меня психологическое образование. В первую очередь, как всегда, меня волнует психологическое состояние пострадавшего, даже учитывая то, что помощь должна быть комплексной, все равно очень многие вещи зависят от такого психоэмоционального состояния, состояния здоровья и многие другие вещи. Даже по опыту, зная там сотрудничество с полицией, идет намного лучше, когда пострадавший получил какую-то психологическую помощь, либо когда психолог там даже присутствует во время каких-то интервью. И рисунки эти сделаны в процессе работы, в процессе терапевтической работы. Мы, на мой взгляд, это один из лучших методов, позволяющих работать с травмой, поскольку есть вещи, про которые говорить нельзя, говорить сложно, слов нету, и, ну, в общем, много других причин, по которым рисовать проще, полезнее, и в итоге действительно имеет какой-то результат. То есть тут есть рисунки, которые уже сделаны, мы их перерисовывали в результате работы, они во что-то превратились, но они все такие достаточно показательные, на мой взгляд. Если есть какие-то вопросы, то могу сказать подробнее, что это про какой-то рисунок. Вот. Может, вопрос? Мне кажется, все рассказала, что я хотела. А как вас находят? Вы работаете с пострадавшими, как они вас находят? Пострадавшие нам обычно передают. За годы работы у нас есть какие-то уже партнерские организации, которые могут нам передать пострадавшим. Но поскольку сейчас нет места такого, нет ни шелтера, ни убежища, ни реабилитационного центра, в основном мы как бы работаем с группами риска, идем сами в группы риска, и что интересно, среди них выявляем пострадавших. То есть в африканском сообществе как бы сразу мало кто говорит о том, что пострадавший с чем-то столкнулся. То есть мы с ними начинаем работать, и потом оказывается, что они подвергаются насилию, стали заниматься проституцией. То же самое здесь нет в детских домах. Они вроде из неблагополучных семей, они убегали, жили на улице, где их заставляли украшенничеством заниматься, девочек тоже очень рады проституцию увлекают. Либо в детском доме тоже бывают различные нарушения, и тоже они уже подвергаются пострадавшим. Вот. То есть это вот, ну, иногда и тоже вдруг резко, но больше пострадавших. То есть вот, очень все смешано, все вместе. А в каких регионах? У нас Москва, Московская область, Владимирская область, Рязанская область, Смоленск, Псков, Санкт-Петербург и Дальний Восток. Еще много всего. Семь. Сережа, не забывай. Ну, в основном это партнерские организации, которые у нас там есть, с которыми мы встречаемся, либо мы приезжаем к ним, обучаем их, проводим какие-то мероприятия, и потом они там, по соглашению с нами, там, меморандум, не знаю, внимание, делают какие-то программы, ну, в зависимости там, от их возможностей, тоже желаний и своих бизнес-проектов, иногда может быть совместное дело. А вот у нас еще есть одна из программ, связанная все-таки с адаптацией, но поскольку одна из основных причин увлечения этой ситуации, плохая социальная адаптация, ну, в частности, выпускников детских домов, специальных учреждений, этим занимаются многие, поэтому многие заинтересованы в том, чтобы какие-то наши тренинги, какие-то свои программы вставлять. Либо возможность получения какого-то дополнительного профессионального навыка, опять же, тренинга финансового менеджмента, планирования безопасного будущего. Ну, многие вещи как можно комбинировать с чем-то. Ну, таким образом, регионы в основном существуют. В Владимирской области Рязанскую ездим сами, посылают собраны, но это реально близко. Вот у нас Екатерина отвечает за Рязанскую область, представитель такой за область потом. Ну, в принципе, Питер, Смоленск, тоже такие вещи близко. Собираемся сами. С Дальним Востоком сложнее, но тоже за последний год один раз мы ездили, один раз сами. Вот здесь всегда мы сами приезжали, то есть вот комплексная программа, в том числе и мы приезжали. А с кем вы в Питере работаете? В Питере мы работаем с кризисным центром «Маленькая мама», со стилитом, с кризисным центром для женщин, пострадавших насилия. Так, с кем тут еще работаем? В Питере много у нас партнеров, у нас
директор фонда, у нас у меня есть лидер, поэтому она там начинала работать, поэтому там как бы есть партнерская организация. А, еще с благотворительным фондом Рауля, который занимается поддержкой мусульманов. У нас еще 4 фирмы. Вот такие основные 4 партнера сейчас. Еще какие-то вопросы? Меня просто, как юриста, да, интересует такая практическая ситуация. Например, в процессе вашей работы с человеком с группой риска, да, вы знаете, что, например, у него какая-то там была правая ситуация, например, увлечение в проституцию, да, или там что-то. Как, каким-то образом вы реагируете на это с точки зрения там, попытки защиты его прав, передачи его партнерским организациям, дружественным адвокатам? Были такие случаи и насколько вообще вы это реагировали? Ну, вот когда мы работали в международной организации по миграции, у нас было одним из условий таких, ну, не обязательно, но очень желательно сотрудничество с правоохранительными органами. То есть одной из целей вообще этого проекта было показать государственный масштаб проблем, и правоохранители были, в принципе, заинтересованы, потому что у нас единственные, где представлены вообще, это были людьми, и как преступление в Уголовном кодексе, ничего больше нет. Поэтому дела, в принципе, они открывать могут и заводить могут, но для того, чтобы был какой-то федеральный закон, например, мы можем показать какое-то количество дел, то есть какая-то реальная статистика, которая может к чему-то привести. И мы, конечно, мотивировали пострадавших, но мы никогда не заставляли, конечно, не настаивали, это не было. Вот в некоторых странах есть такая практика, что если человек сотрудничает с правоохранительными органами, он имеет право получить помощь. Если не сотрудничает, он не имеет права получать помощь. Это очень неправильная практика, я считаю, пытались от нее уходить, но тем не менее у нас больше половины, около 60% сотрудничало все. Но на разных уровнях. Некоторые просто давали показания, потом ничего не приводило, некоторые даже до суда, и много лет это растягивалось, даже что-то были какие-то дела завершены, и даже кто-то был осужден. Вот. Но вы, наверное, знаете, что дела очень сложные, поскольку обычно международные, это начиная преступной группировки, можно там работать с международными правоохранителями тоже, и не всегда это легко, и не всегда под это теряются деньги, и опять же, палочная система, дела нужно закрывать, не открывать, по этим статьям не открывать, по этим открывать, в общем, мы переквалифицируем. В общем, ну, сложности больше. А сейчас, поскольку мы работаем в основном с несовершеннолетними, мы не имеем права к несовершеннолетним чего-то было предлагать, мы можем только через его опекунов непосредственно. А с совершеннолетними мы, конечно, говорим, но вот честно скажу, тебе не советую связываться с правоохранителями именно напрямую, потому что ну, те, кто обращался, чаще получают негативную реакцию, тут жертвы изнасилования, например, наверняка знаете. То есть это такая вторичная травматизация. Без них легче. Ну, это мой личный опыт, я как бы не говорю, что там все совсем сложно и невозможно. Встречала очень замечательных, хороших сотрудников, которые там очень досконально расследовали дела и действительно очень интересно вовлеченность. Вот, ну, их единицы. Вот, а юристы очень нужны, и поэтому я вообще рада, что мы с вами познакомились, потому что именно там цитировать, наверное, даже аспекты нарушения прав.